Ну, а так выглядит мясо по-французски. Приятного аппетита! Всем привет, друзья мои! Вы на канале Светлана Ата, и сегодня вместе с вами мы будем готовить жульен по-французски. Для жульена мне понадобилось два стейка, я их отбила, приправила перцем красным, черным и солью. Через целлофановый пакет так оббила. Так, мне понадобятся две луковицы и три картофеля, а также майонез, черный, красный перец и растительное масло. И вот такая формочка для запекания. Приступим к готовке. Также вам понадобится кусочек такого твердого сыра. Ну, а я попробую вот сыр для бургеров. Сверху выложу на свой вкус. Попробую, как это сделать. Для начала все нужно измельчить, картофель порезать вот такими тонкими пластами, и приступаем. Первый слой мы сбрызгиваем, значит, на дно посуды растительное масло. Хорошо его промазываем. Хорошо его промазываем. Все стеночки. Первый слой у нас будет, надо выложить лук. Лук мы положили, а теперь положим кусочки мяса. Я сделала на одну порцию. Мясо мы смажем майонезом. Оно от этого, от майонеза, будет очень сочным и мягким. Следующий слой – картофель. Картофель поперчить, посолить. Сверху майонез. Он от майонеза будет очень сочным, с корочкой. И второй слой картофеля. И снова майонез. Посолить, поперчить и смазать майонезом. Дальше мы посыпаем сыром. Сверху вот так попробуем, что у нас получится. Сверху такой сыр. Так, а можно вот так вот, да? Как вы думаете? И сверху слой майонеза. У меня получилось, и сейчас отправляем в духовый шкаф на 50-60 минут при температуре 180 градусов. 50 минут прошло, и сейчас 10 минут пускай постоит наше мясо по-французски в закрытой духовке. И вот, друзья мои, мясо по-французски. Не знаю, как это будет кушать Эндер, скажет, что это за сыр такой. Но такой у нас сегодня ужин. Ну, а так выглядит мясо по-французски. Приятного аппетита! Надеюсь, будет очень вкусным.